Снежана Хлебович к своему здоровью относится весьма ответственно, понимая, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А поэтому, не дожидаясь первых проявлений осенней непогоды, пришла в поликлинику, чтобы сделать бустерную прививку от коронавируса. Я считаю, что это действительно важно для иммунитета здорового человека, для того, чтобы оставаться здоровым, желательно всю свою жизнь, ощущать себя хорошо, ощущать себя здоровым и не заразить никого рядом, никаких своих близких, незнакомых людей, всегда ощущать себя хорошо. Вакцина – это важно. Привиться – значит обезопасить себя. Эту фразу не перестают повторять медики всех учреждений здравоохранения Бреста. Случаи коронавируса, к сожалению, продолжают выявляться, а впереди осень. И именно в это время наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Ожидается и совместная циркуляция разных инфекций. А значит, риск заражения несколькими вирусами одновременно – ковидом и гриппом высок и очень опасен. А поэтому вакцинация в приоритете. Вакцинация против коронавирусной инфекции является достаточно актуальным вопросом до сих пор. Мы продолжаем активно заниматься вакцинацией против коронавирусной инфекции. В наличии на сегодняшний день у нас есть две вакцины. Это Верацел производства Китай и Спутник Лайт белорусского производства. В скором времени мы начнем вакцинировать уже пациентов против вируса гриппа. Вирус гриппа также является достаточно актуальной темой, особенно в осенне-зимний период. И мы должны до зимы также максимально широко привить наших пациентов, чтобы сформировать иммунитет. У многих желающих вакцинироваться вполне резонно возникает вопрос, можно ли привиться от ковида и гриппа одновременно? Компетентный ответ дают специалисты. Есть возможность привиться одновременно в один день и против коронавирусной инфекции, и против гриппа. Мы это осуществляем, две разных вакцины, но можно использовать их в один день с согласия пациента. Уделить своему здоровью несколько минут и получить защиту от вирусов на полгода, людей, которые это понимают, немало. Это профилактическая направленность в любом случае, то есть сама планирую прививаться. А раньше прививались? Да. А как семью свою? У меня и муж привит, то есть мама, папа тоже прививаются. Есть и те, которые категорически не согласны с таким утверждением. Отрицательно отношусь к вакцинации. А делали когда-нибудь сами прививки? Нет. А причина есть? Причина? Не вижу в этом нужды, наверное. У каждого свое мнение, но доктора подобные позиции не приветствуют. И вот почему. Мы занимаемся вакцинацией прежде всего для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет. И чем больше жильцов, жителей нашего города будет вакцинировано, тем более стойкий будет сформирован этот коллективный иммунитет, и мы будем меньше подвержены заражению. Поликлиника номер 2 полностью готова к вакцинации против коронавирусной инфекции, в скором времени и гриппа. Пациенты могут прийти и привиться в любой день, в том числе и в выходные.